Я слышали о том, что Шри Гауранга своим непостижимым влиянием побудил всех во Вселенной впитывать сладкие вкусы нектара любви, таящегося в лотосных стопах Шри Кришны. О, глупый ум! Все, что тебе нужно сделать, это просто принять его как цель своего существования. Джаятам, Сурато Пангор, Мама Манда, Матер Гати, Матсарвасва Падам Баджа, Рада Мада Намоханам. Слава! Слава всемилостивым Радхе и Мадхана Махану. Я хромой и неразумный. Все, что позволяет идти к ним непрестанно, это лишь их милость. Запиши Госвами. Запиши Госвами. Игры Господа Чайтанья. Write all the pastimes of Lord Chaitanya. Госвами. Игры Господа Чайтанья. Пастимы Лорда Чайтанья. Игры Господа Чайтанья. Запиши Госвами. Запиши Госвами. Игры Господа Чайтанья.
Путь мой все же очень труден. My path is very difficult. Слеп я. I'm blind. Слеп я, то и дело ноги соскользают в пропасть беспокойства. My legs slip into the... Пусть же саду мне дарует посох милости, чтоб мог я, на него идя усердно, смело опираться. Явить любовь в служении Богу. Према Бхакти. Он же Бхакти. Бог. Господь Шри Кришна. Настроение Радхи. Лучший из своих служанок там, в духовных сферах. Сам не шел на землю, приняв облик Шри Чайтаньи. Касай Гаура Сундар, он обитель расы, он вкушает ее сладость с трансцендентным вкусом. Каждый всплеск его эмоций — океан бескрайний, бурных чувств, переживаний, любящий Шри Радхе. Чувство радости и горя в нем одновременно и встают, и замирают, и теснят друг друга. Постичь величие любви Радхарани, чтобы узнать, какими качествами Шри Кришна наслаждается благодаря своей любви, она одна, а также, чтобы изведать ту радость, которую она черпает в его любви. Господь Шри Кришна проникся настроением Радхарани, явился в этот мир из лона Шримати Шачи Деви, как некогда луна возникла из глубин океана. From the deeps of ocean. О, когда ж Господь Чайтанья, случай тот благоприятный, для рождения выпал вечером, в день полнолуния, месяца Палгуна.
Навадвіпи, уподобившися сразу тою Дайгірі, что меж звезд на небе утром первый видит солнце. Свет Гурухари рассеял тьму греховной жизни. Все три мира озарились и возликовали. Стали петь святое имя Господа Шри Кришны. Происходило. Ум отказывался думать, отключался просто. Потому что все равно бы непонятно было, кто уходит, кто приходит, кто поет, танцует, и на языке каком он говорит о чем-то. Все слилось в едином звуке, все преобразилось. В результате же исчезли без следа все беды, горести, страдания. Отец ребенка, скромный Джаганатха Мишра. Джаганатха Мишра пребывал, купаясь в этом, на вершине счастья. Все, что было, превратилось в полное блаженство. Джаганатха Мишра, ты уважил нас щедрыми дарами. Похоже, ты раздал браманам и беднякам все ценное, что было у тебя в доме. Небожительницы и полубогов супруги Господа, Нарсимха Девы, Брамы, Шивы, Индры, мудреца Васиштхи вместе с танцовщицей Рамбой прибыли сюда с дарами и оделись точно жены браманов на Яке. Сита-тапурани! Сита-тапурани! Все благоприятная супруга Адвайта Ачарьи! Сита-тапурани и Шантипура! Славный ребенок, дитя золотое, этот малыш праздник счастья устроен, и я прибуду благословение вечно с тобою с момента рождения. Славный ребенок, дитя золотое, этот малыш праздник счастья устроен, и да прибуду с тобою с момента рождения. Удачливейшая из женщин, осчастливейшая из матерей, о Дармапаги, я привезла вам множество даров, удачу приносящих, горочину, воздушный рис, свежую траву, сандаловую пасту, киноварь. Славный ребенок, дитя золотое, этот малыш праздник счастья устрою, и да прибудут благословения вечно с тобою с момента рождения. Младенец сияет, как расплавленная звезда.
расплавленное золото. Мальчик выглядит совсем как сам Кришна из Гокулы, только цвет его тела другой. Я чувствую, как мое сердце тает, охваченное любовью. Защитить его от привидений и ведьм. Назови его.